Всем привет! Вы на канале Кутисаки Удзумаки, и сегодня речь пойдет про ивент «Сила Солнца». Этот ивент характеризуется как промо, то есть для продвижения продаж в магазине. Данный ивент будет состоять из трех частей. «Сила Солнца» — это первая часть. Вся эта ветка ивентов будет называться «Космические события» и будет заключаться в получении оружия и нового навыка. Сейчас я вам подробно все опишу. В этом ивенте вам понадобятся ваши нервы, передающие сиповые камни и много-много удачи. Все это делается при помощи крафта. Но не расстраивайтесь, даже если он у вас не прокачан, не беда, все делается на первом уровне крафта. Вот, вам понадобятся боевые камни для этого, и уже потом будете крафтить, и главное, чтобы кританула. Потому что если не кританет, не повезет. Также можно скрафтить единорога, но он всего лишь на 90 дней, так что не перманентный. Смысла от этого крафта я не вижу, так что его делать я точно не буду. Также можно делать вот эти вот солнечные опалы раз в 6 дней с помощью золотых слитков и генезис кристаллов. Но это тоже такое невыгодное. Конечно же, если они не кританут. Хотя в этом ивенте все должно критануть, чтобы у вас получилось то, что нужно. Когда вы уже собрали 30 солнечных опалов и прототип оружия, вы можете скрафтить сундук с оружием Люминоса на выбор. Ну, а нужно, чтобы он кританул, и у вас получился сундук с оружием на выбор Хелиса со скиллом Соляриса. Также, чтобы заработать больше солнечных опалов и прототипа солнечного оружия, нужно сражаться на юге Красного Каталама. Оружие Гелиоса можно получить в награду за гарнизонные бои и осады. В центре Сталисии стоит NPC, у него есть специальная миссия для вас. Для выполнения данного квеста необходимо использовать навык Солярис. В награду вы получите фрагменты двух формул книг – Божественная защита и Улучшенная Божественная защита. Как раз при критовом крафте пушки и получает свое оружие этот скилл Солярис, который и понадобится в данном квесте. Также в следующих двух частях этих событий у вас будет шанс собрать больше фрагментов, поэтому храните эти свитки в безопасности, они позже вам понадобятся. Это был обзор на новый ивент «Сила Солнца». Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, оставляем комментарии, подписываемся на канал. Кому что непонятно, пишите в комментарии, всем отвечу. Спасибо, пока.